одна такая сумка со многими карманами, потому что я же теперь Пензия, поэтому там в одном одно, в другом другой, телефон мне вообще не найти сразу, к тому же я его не слышу сразу. Потому что очень хорошо, большое спасибо. Вот все эти штучки, а, брючки. А там надо посмотреть еще. Вот. Да. А больше, это как... чем одно. Вот. Все ясно, так что очень хорошо. Ух ты, елки-палки, а это что такое? Это котримазол. Да? Да. Как вы поняли, что мне он нужен? Потому что я уже закончила. Спать, ну вы вообще, вы просто супер. Как работает. Спасибо большое. Слушайте, ну вы вообще, вот то, что надо. Начнем с того, что трусики, которые ты мне привезла в прошлый раз, я до сих пор пользуюсь. И некоторые почти не одеванные. Так что, супер. Я в трусиках хожу, честно говоря, без них никогда. Да. Может быть, мы только в Америке в трусиках ходим. Может быть, лишние там какие-нибудь, потому что я обычно одеваю. Ну да, ты в минивэн не садишься на какие-то подкладочки, где сидеть не положено. Ну да. А я так посмотрела на меню и думаю, надо же, какой засранец. Как будто у меня такое грязное пальто, что я испачкаю ему сиденье. А это, оказывается, их паспорт на машину. Ну, бывает. Вообще сидеть не положено на переднем сиденье. Да. Кто б знал? Да, ну интересно. Наши люди на таксях не ездят. Да, и мы тем более. Так, ну а теперь давайте закроем ее. Сумочка-то да, а закрыть как? Так что, не работает молния? Предупреждать надо, что ее совсем открывать нельзя. Это чтобы, когда мама с вами разговаривала, чтобы она видела вас. Чтобы она подглядывала. Да, именно подглядывала. А то, может быть, я так разговариваю. Без трусиков. Да ладно, если бы без трусиков. А что ж ты хочешь, чтобы я еще стояла? Я уж тогда без лифчика. А лифчики я покупаю теперь дорогие. Вот у меня два, три. Между прочим, это снимать на камеру. Представляешь, приедет в Америку. Да, лифчики я покупаю дорогие. А покажи, слабо показать дорогой лифчик. Не, не слабо, но он... А это чтобы вы одевались хорошим лифчиком. Поняла, да? О, да. Мы теперь такие размахайки любим. Да. Так. А ты чесаться не будешь, да, от этого? Я наверное, стану бы чесаться. Я ни от чего подобного не чешусь, сразу говорю. Вот так вот, я, да. Да. Я, правда, извините, за наперёд одела, но это не смешно. Нет, это я заберу. Да сейчас тебе! Это я заберу, пошла в пень. О, Господи! Штанишки это тебе сразу. А мы все время делим вверх мне, штаны ей. Потому что ей вот здесь я хорошо. Я не понял, почему дележ слонов происходит при посторонних? А мне тоже ничего не дали. Нет, дали, конечно, там сказали, это не все. А я заныкала сразу же. Я скажу, вот что... и она, а я скажу, что мне вообще ничего не подарили. Так что... Тебе мала, была велика. Да нет, она мне и по рукавам, видишь? Так что извиняйте. Это вот флис вот этот. Да, вот флис. Но мне и наружу флис нравится, потому что... Не, ну где же ты? Я бы попросила, она меня оскорбляет в лучших вообще чувствах. Я тут вся из себя стараюсь. Ну вот видишь, и кто же... Слушай, ты как будто в него это... Да. Блин, тебя пошит. Да. А как вы думаете? Доброму вору все в форму. Наташа. Или под лицо все к лицу. Да. Очень хорошо. Спасибо. Очень хорошо. Спасибо большое, потому что... Я сейчас думаю, сяду так на попу ровно из-за джафика, из-за квартиры. Что все спасибо. Очень-очень кстати. Очень. Все блестящее, уже пора, уже в этом возрасте. Вот они вот такие, вот такенные, да? Голубые, голубой, такой бирюзовый, прозрачный, вот такие, вот они вот такие. Так что здесь, сюда хорошо. Будет вообще супер. Да. Нет, ну вообще хорошо тебе, вообще здорово. Ну-ка. Ты, я так приступаю на работу, так ха! Там все ха! Скажи, ты куда пришла?
Ха! Одни ха! У нас не получится одни ха! Мы не будем дополнять там остальные буквы. Хорошо, значит. Да, это значит хорошо. Минуточку. Минуточку, я записываю. Выкиньте, это мы еще ничего не пили. Да, а потом мы скажем. А вот это, вот это вот было. А часовню тоже мы развалили? Нет, это до вас в 13 веке. Вот. Ты не знали, что у меня будет снега. К такому. Вау. Вау. Ха. Ты.